Всем привет! Здравствуйте, YouTube! Сегодня такое видео будет, ну, в первую очередь посвященное 10 тысячам подписчикам на моем канале. Ну а второе будет, за один тут мне подписчик задал такой вопрос, подходят ли направляющие Мерседеса клапанов на Жигули. И вот я хочу сейчас сделать такой сравнительный по взаимозаменяемости направляющих. Это, ну, подходят они, не подходят. Вот сейчас, в общем, померяем направляющие, ну, посмотрим, можно взаимозаменить их или нет. Вот, все смотрим. Мерим направляшки. Вот мерсовский, вот жигулевский. Вот это классика. Это две восьмерочные. Короткая, длинная. Ну, это длина нам не суть. Так. Не знаю, надеюсь, будет видно. Что-то. Ну, я буду говорить. Сейчас давайте сперва длину. Длина 46. И все вместе. Феди, кстати. Главное-то интересует всех вот этот размер. Так, 14.0. Ну, штангель, да, я думаю, довольно этот. 14 внутренний, соответственно, на 8. Ну-ка, теперь мерим жигулевску. Смотрите, она в натуре 1 в 1. И здесь также 14.0. Но длина, ну, тут длину точно вам не скажу, но, наверное, вот так будет. Но это не суть, тут важно. И длина, кстати, 49. Блин, так она в натуре. Это можно было на Морса, получается, взять жигулевский направляющий. На 402 двигатель. Вот так, что кто-то на заметку возьмите. А вот этим направляющие, это выпускные, вот две штуки вчера нашли. Они внутри на 9. Так, ну-ка они что у нас идут. Ну, по наружу 1 в 1, 14, точно так же. Единственное, они чуть-чуть, получается, покороче вот этих. Видите, это у нас было 49, а это 51. Ну и еще один момент надо учесть. Кстати, если сейчас этот момент совпадет, то это вообще круто. Получается, что можно будет ставить жигулевские колпачки. Но вот колпачки, наверное, нет. Я уже так на вид вижу, что тут колпачки другие у Мерседеса больше. Так, колпачки здесь посадочные 12. На Мерседесе. Надеюсь, что видно. Так, 12. А у Жигулей 11 должно быть. Да, 11. Вот колпачки, разница есть. Это надо будет мерседесские колпачки ставить. Получается, можно на Жигули ставить. Так же, как и на Мерс жигулевский. При желании. Но это только на впуск. Вот колпачки жигулевские. Короче, можно немножко эту втулку, ну, немножко нужно доработать для Жигулей использовать. Возможно, даже вот под этот колпачок немножко вот здесь проточить. И вот этот подстопор, канавку в другом месте, видите, надо. Прям по краю Мерседеса она дальше идет. Ну, там чуть-чуть длина, вот она отличается. Получается, я вот снял колпачок. Это с классики. А на девятку так там еще укорачивать надо будет. Так, я говорил 49, 46 она. Мерседесовская длина. И 48 жигулевская. Классика. Восьмерочная, она вообще вот коротенькая. Всего 38. Ну там одна впуск, одна выпуск, я забыл, какая-то там впускная, ну тут тоже где-то она. 40. Вот, наверное, вот это с восьмерочной, наверное, похоже сильно. Хотя нифига. А, 40. Ну, в общем, около этого, как говорится. Размер один в один у них у обоих. Сейчас вот так еще попробую замерить. Две сразу. Видите, держится на штангель.
размер 1. Это чуть послаже, но тут нагар, скорее всего, на жигулевской. Ну, может, она чуть-чуть слабже. Но все равно, я думаю, она запрессуется нормально. Давайте сейчас еще этим. Уж для пущей важности микрометром померим. Так. Меркаем микрометром. Немножко неудобно, конечно. Вот она. Такой размер, смотрите сами. Получается 14,5-6 соток в плюсе. Получается. Так. 14,6 в плюсе. Жигулевка. Но она вот эта уже запрессованная была. Возможно, размер немножко другой. Новых нету. Ну и это также, вот смотрите. 14,6 в плюсе. Все. Тут размер 1 в 1. Сотка в сотку. 6 в плюсе. Надеюсь, видно будет. Вот, жигулевская направляющая на мерсовском клапане. Это новый клапан. Вот бэушный клапан. Вот. Кто не верит, мерсов, здесь вот эмблемка. Родной. Вот, пожалуйста. Жигулевская направляющая. Получается, можно на Мерседес при желании на впускные клапана, ну если нет вот таких вот втулок, не можете найти, поставите жигулевские, ну соответственно с жигулевскими колпачками маслосъемными. Единственное, забивать надо определенное расстояние, канавка идет, вот она. Не обязательно этот, кстати, стопор ставить, можно и без него забить. Вот такая взаимозаменяемость запчастей небольшая. Ну а с этими, конечно, на Мерседес тут уже посложнее, видите, она на 9 идет с выпуском. И жигулевскую на 9 вы не расточите. Можно было, конечно. Но тут по... Блин. Короче, вот, под колпачок сделан. Тут уже уйдет она на 11. Но представляете, если вам ее на 9 надо сделать, это там стеночка будет. Она так-то у жигули обламывается частенько. У Мерседеса, кстати, вот насчет этого. Вообще, да, лучше сделать, я думаю... Если вот делать на Жигули втулки мерседесовские, вот такие. И мерседесовские колпачки лучше ставить. Они, во-первых, и тут помощнее. Ничего никуда не денется. Не отвалится. Единственное, колпачок сам в пружину войдет или нет. Мерседеса вот она. Пружина идет одинарная. Нет у него второй пружины. Мощной пружины. Вот насчет этого я вам не скажу сейчас. Ну, в принципе, вот такая доработка. Хотя, я не знаю, сейчас, по-моему, можно на Жигули купить направляющие. Вот такие, бронзовые. Или уж выточить. Ну, все, направляющие вот мы померили. Вот такая получилась у нас. Эти вот, видите, родные мерсовские. Я тут выбил несколько. Они маленько другие. Это впускные. Длина, в принципе, такая же. Но какая-то они больше на... Медь похоже, чем на бронзовую. Так что на этом мы, наверное, видео заканчивать будем. А ну и, как говорится, спасибо всем моим подписчикам, ну и зрителям канала, что, как говорится, 10 тысяч все-таки уже. Также привет хочу передать Денису Гнизину, Михаилу Кину, Евгению Игнатову и многим другим моим подписчикам, ну, я думаю, постоянным зрителям моего канала. Ну, конечно, всех я не запомню, так что без обид. В общем. И, кстати, еще хотел что сказать, то такое, как сказать, объявление сделать. На многих каналах, ну, я смотрю, там, на Вуни Тракториста, есть такие, ну, видео, они как бы, не знаю, видео-ответы, вот так. В общем, тоже надо, думаю, заснять парочку таких видео. Так что присылайте свои какие-то вопросы,
Но только старайтесь вопросы писать не в комментариях под видео, а в сообщении на мой канал. Я думаю, там будет лучше мне их и почитать, и найти. Не все просто комментарии приходят. Бывает, некоторые спам куда-то уходят. В общем, если интересна такая тема, задавайте какие-то вопросы. Может, что хочется у меня спросить. Ну и сделаю такую, соберу несколько и сделаю видео. Такое видео, как говорится, ответов. Ответ на вопросы подписчиков и зрителей канала. Ну все, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео кому-то было полезно. Заходите на драйв, подписывайтесь на мой канал, конечно. Делитесь с друзьями. Сейчас будем, как говорится, надеяться, что быстро уже на 100 тысяч подписчиков. 10 тысяч подписчиков, мне это получилось где-то больше 3 лет у меня вот канал. Вот только сейчас, грубо говоря, 10 тысяч перевел. Ну, я надеюсь, сейчас будет быстрее прибавляться. Как бы они постоянно так получается. Первая 1000 вообще долго набиралась. Ну все, всем спасибо и до новых встреч. До свидания.